Дисбактериоз – это нарушение микрофлоры кишечника, увеличение болезнетворных бактерий, нарушение перистальтики кишечника. Бесконтрольное применение различных лекарственных препаратов, особенно антибиотиков, наличие хронических заболеваний органов ЖКТ, перебои в питании, эндокринные заболевания, психоэмоциональное состояние человека – все это приводит к дисбактериозу. Симптомы дисбактериоза – диарея, газообразование или вздутие живота, неприятный вкус во рту, боли в животе. Лечение дисбактериоза простое. Специальная клизма из 4 видов трав, моя настойка из трав, которую надо пить в течение 10 дней, и все. Лечить легко и просто. Здравствуйте, меня зовут Искра. У меня была проблема с дочкой. Мы почти каждые полмесяца лежали в больнице из-за того, что она постоянно что не поест. У нее дисбактериоз начинался. Нас уложили в больницу, и мы лежали в инфекционной больнице. Постоянно, на 2 недели, на 10 дней, и постоянно ей кололи антибиотики. Дошло до того, что она уже все антибиотики перепробовала, и организм уже не принимал еду вообще. Мы вот выйдем с больницы, она постоянно на диете, безмолочные каши рисовые, молоко безлактозное. Не знали, как с этим бороться, она исхудала. Даже безлактозная смесь уже она вырывала. Потом мы обратились к Дельфузе, и она помогла нам. Она сделала клизмы, потом раствор дала, который мы давали дочке в течение 10 дней. И получается, после того, как она сделала клизму, в этот же день ребенок нормально поспал, поел. И с тех пор, вот это было летом, полгода уже, как моя дочь, ей сейчас 1,5 годика, на тот момент было годик, слава богу, ест нормально, спит нормально, и у нее проблем с кишечником по сей день не возникало, и в больницу мы не попадали. Благодаря Дельфузиопе моей дочке стало лучше. Спасибо ей большое. Советую всем обратиться. Я тоже не верила в народную медицину, но оказывается, это действительно помогает. Советую.